Как готовят поезда к отправке в рейсы, сегодня показали журналистам в акционерном обществе «Пассажирские перевозки». Компания готовит к вводу в эксплуатацию пункт технического обслуживания составов «Тулпар-Тальго» – ультрасовременных скоростных поездов, которые производят в Казахстане. Садясь в вагон поезда, пассажиры обычно видят только результат. Чистые и уютные купе, свежее белье. Но прежде чем состав попадет на вокзал, над ним трудятся десятки специалистов. Происходит это в пунктах технического обслуживания. Именно сюда после каждого рейса попадают вагоны и в течение 7 часов их готовят к отправке. Это уже третий в стране пункт технического обслуживания состава в Тулпар-Тальго. Его начали строить 2 года назад. Аналога комплексу нет. Здесь одновременно смогут обслуживать 4 поезда. Это больше 300 вагонов в сутки. Вагоны появляются, значит, нового поколения с широким кузовом. В данный момент испытания проходят составы более комфортные, более современные с учетом всех, значит, специфик климатических и других. В связи с этим назрела потребность в более современной и мощной базе, которая будет обслуживать эти поезда для комфортного и безопасного проезда пассажиров. Завод по производству вагонов «Тулпар-Тальго» функционирует в Казахстане 6-й год. Сейчас скоростные составы обслуживают 13 маршрутов, еще 8 присоединятся к 2020 году. Постепенно все старые составы заменят на новые, сделанные в Казахстане, а значит и время в пути будет только сокращаться. На вагонах, соответствующих мировым стандартам, должен работать и такой же персонал. В связи с этим с Министерством образования мы обсуждаем вопрос обновления программы обучения проводников. Сейчас они получают сертификаты уже после 2 недель учебы. Но это маленький срок. Чтобы освоить все тонкости профессии, нужно как минимум 2 месяца. Пункт технического обслуживания составов Тулпар-Тальго в Алматы сдадут в эксплуатацию к концу года. Строительство еще одного такого комплекса компания планирует начать в ближайшее время в Актобе. Жанна Рахимжанова, Данияр Жусупов, Информбюро, 31 канал.